Всем здравствуйте! В каждом своем интервью Дмитрий Певцов не упускал возможности напомнить, что навсегда завязал с актерской карьерой. Но теперь внезапно вернулся на съемочную площадку. Не прошло и месяца с того момента, как Дмитрий Певцов выдал свое отношение к мужчинам-артистам. Когда-то сам актер, а нынче депутат и общественный деятель, только так воротил нос при одном упоминании сферы кинематографа. «Я не люблю артистов, мужиков особенно. Потому что эта профессия бабская, и большинство из них вот этих, которые на экране и на сцене брутальные, они не до конца мужчины», – плевал в бывших коллег Дмитрий. Кроме того, Певцов налево и направо заявлял о том, что больше к творчеству не вернется никогда, поскольку занимается куда более полезными и нужными вещами. Но обещания Дмитрия хватило ненадолго. В это сложно поверить, но свою клятву нигде не сниматься Певцов уже нарушил. Причем он сам в этом признался. Артист вышел на связь со своими поклонниками и доложил, что снялся в новом проекте. «Вот и до меня добрались, снялся лично в новелле «По зову сердца», сам не видел пока», – коротко сообщил вставший на скользкую дорожку Певцов, сопроводив известие смайликом, который закатывает глаза. Известно, что речь идет о картине, в которой будут показаны трагические события октября 1941 года. Какие-либо детали относительно съемок Дмитрий Певцов сообщать не стал. Остается загадкой и то, какая роль ему досталась. Вместе с этим еще больше вопросов вызывает решение артиста в принципе вернуться на экраны. Премьера новеллы запланирована на 2024 год. Исключение ли это или официальное возвращение Певцова к творчеству, покажет время. Как бы то ни было, поклонники Дмитрия поддержали и отметили, что будут рады вновь насладиться талантом актера. «Вы, Дмитрий Анатольевич, как всегда, на высоте», – высказались подписчики Певцова. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.